Каждый год для акции «Ночь в музее» художественная галерея выбирает новую тему. В этот раз мероприятие прошло под лозунгом «Сад впечатлений». Яркие вспышки цветов, летние дачи, красота природы и незабываемые эмоции. Все в этот вечер сплелось в единое полотно. Открыли «Ночь в музее» выставкой «В моем саду» творческой группы 4D из Москвы. Экспозиция объединила пейзажи садов, усадеб, цветущих парков России и мира. Следом презентовали еще одну выставку «Море цветов», в которую вошли натюрморты, написанные за последние 2 года в художественной галерее. Картины погрузили зрителей в атмосферу летнего отдыха и идиллии. Центральным событием у нас является для открытия выставки. И я очень рада, что мы сегодня на переходе от весны к лету показываем вам такую замечательную выставку. Художники наши давние большие друзья, которые на ней приедут там на Саровский пленэр, который в июне состоится, и мы сможем с ними лично уже пообщаться тогда. Вот. Ну, а сегодня это совершенно волшебная, волнительная атмосфера городского художественного юбилея. После торжественного открытия дали старт новому марафону натюрмортов 2024. На протяжении вечера художники писали цветочные натюрморты. В это же время по всей галерее расположились творческие мастерские, игровые поляны, фотозоны и арт-объекты. В киноконцертном зале мультстудия «Кадрики» и медиа-студия «Фристайл» «Дыши» номер 2 представили свои лучшие работы. Там же наградили участников городского кинофестиваля «В кадре Саров. Ракурс. Магия детства». Для взрослых гостей представили программу «И снова май. Цветы. Салют» тематического кинопоказа с проектом «Знание кино. Ко Дню Победы». Тем временем в библиотеке Маяковского прошла «Бессонница в Маяковке». Сотрудники подготовили для саровчан много активностей в каждом отделе. Ни один уголок не пустовал. У нас всегда в этот день шумно. Проходят экскурсии в наших музеях. И в зале военно-морской славы, в музее книги, где сегодня открывается выставка фарфоровых статуэток. Очень интересная и красивая. Девиз нашей «Бессонницы в Маяковке» – читаем всей семьей. Мы читаем, играем. Все желающие могли поучаствовать в творческих мастерилках, игровых программах, побывать на музыкально-поэтическом вечере, пообщаться с профориентологом. На «Бессоннице» говорили и о юбилее Александра Сергеевича Пушкина. Гости могли посетить экскурсию по тематической книжно-иллюстративной выставке, поучаствовать в викторинах, разгадать загадки-заморочки, проверить свои знания сказок Пушкина. Любителей музыки и танца ждала концертная программа и мастер-класс, а также презентация книги про танец фламенко. Посетители библиотеки могли заглянуть и в музей военно-морской славы, постоять за штурвалом, примерить морскую форму и водолазные костюмы, узнать побольше об истории ВМФ. Все площадки «Ночи в музее» закончили свою работу в 12 ночи. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.